это сухой и теплый овраг. Поэтому здесь, скорее всего, должны жить еще какие-нибудь рептилии. И я попробую найти кого-нибудь. Может быть, здесь живет гадюка обыкновенная. Поэтому я беру вот эту палочку и отправляюсь на ее поиски. Вот под кустом сидит маленькая черная гадюка. Ее еще называют меланисткой. Сейчас я попробую ее поймать. К сожалению, эта гадюка от нас сбежала. Ну, поэтому пойдем искать других. Гадюка нам пока не попалась, но зато попался замечательный уж. Посмотрите, какой большой. Он отличается от гадюки тем, что он достигает гораздо более крупных размеров. Спина у него гораздо светлее, а на голове два желтых, а изредка белых пятна. Единственной защитой ужа является жидкость, которую он выбрызгивает на обидчика. Эта жидкость совсем ядовитая, но пахнет она ужасно. А еще, когда уж видит, что жидкость на врага не действует, он начинает изображать хищную змею, делает голову треугольной и шипит. Другие виды ужей, например, свинорылый уж, избрали более интересный способ защиты. Свинорылый уж, когда видит змею, ну, допустим, змею, которая хочет его поймать, он прикидывается мертвым. На земле начинает играть танец смерти. Извивается, как будто бы в судорогах. А потом раскрывает рот, и из его пасти вытекает капелька крови. А потом он начинает издавать запах падали. Конечно, змея тут же с отвращением уползает. А свинорылый уж, как ни в чем не бывало, ползет дальше. Семейство гадюковые. По сложности и совершенству строения ядозубной аппарат гадюковых вместе с ямкоголовыми змеями достигает высшей степени эволюции. Верхняя челюстная кость гадюковых настолько укорочена, что длина ее оказывается меньше высоты. Замечательно, что эта кость, несущая ядопроводящие клыки, может вращаться вокруг поперечной оси примерно на 90 градусов. Верхняя челюстная кость сзади подвижно связана с длинной и тонкой поперечной костью, а вверху с предлобной. В обычном положении поперечная кость оттянута назад. Верхняя челюстная кость повернута верхней стороной вперед, а нижней – назад. Ядовитые зубы при этом расположены горизонтально. Если вас укусила гадюка, обычно в книгах советуется прижигать ранку, перетягивать палец, если его укусили. Но на самом деле этого ни в коем случае нельзя делать. Просто надо отсосать яд
вместе с кровью и ввести противоядовую сыворотку, если это возможно. Это гадюка меланистка. Обычно меланистки очень редкие, но в этом овраге они изобилуют. Это уже взрослая особь. Она очень толстая и длинная, около, наверное, 60 сантиметров. Голова у этой гадюки копьевидная, а конец морды туповатый. Глаза у этой гадюки темно-оранжевого цвета. Сейчас она шипит, пытается напугать. Когда гадюка бросается, она выбрасывает вперед голову вместе с частью шеи. Но эта гадюка не может далеко укусить. Это ядовитый клык гадюки. Когда у нее закрыты челюсти, этот клык укладывается вдоль нижней челюсти и находится в сложенном состоянии. Если бы гадюка не умела складывать клыки в челюсть, она бы просто повредила себе нижнюю челюсть, когда закрывала бы рот. Сейчас у этой гадюки клык выставлен вперед. Она пытается укусить, но не может. Обычно в этой местности встречаются черные гадюки, но один раз здесь была замечена коричневая. Нам очень повезло, нам попалась коричневая гадюка, которая очень редка в этих местах. Не рассказывай дальше. У этой гадюки очень большие клыки. Это самец. Над глазами видны надбровные дуги, очень ярко выраженные. Эта гадюка взрослая особь. Ее длина, наверное, примерно около 50 сантиметров. На спине заметно, правда плохо, темная полоска. Яд гадюки обладает гемолитическим действием. Когда гадюка кусает, появляются многочисленные кровоизлияния. Если гадюка укусила в руку, рука сильно опухает. Гадюки живородящие. Яйца развиваются внутри самой змеи-самки. Что интересно, это то, что детеныши гадюки, когда они находятся еще внутри своей матери, зависят не только от желтка, который находится в яйцах, но и они получают питательные вещества вместе с кровью матери. Это взаимная кровообращающая система образует что-то вроде плаценты. Гадюки зимуют вместе в старых пнях, могут зимовать в старых норах крупных животных. Могут зимовать в мышиных норах. Собираются гадюки по многу особей. Могут собраться до 30 штук. Живорождение помогает гадюке жить даже за полярным кругом. Считается, что гадюки сами нападают на человека. Но это, конечно, неправда. Чаще всего человек или сам нападает на гадюку, или случайно наступает на нее. Тогда она кусает его. Молодые гадюки питаются в основном насекомыми, а взрослые уничтожают полевок и вредных грызунов, поэтому их не надо уничтожать. Гадюки приносят человеку только пользу. Она шипит.
черная гадюка, в отличие от той, которую мы поймали. Сейчас она пугает своим громким шипением. Я обычно беру гадюку за шею, чтобы она не могла повернуть голову. Но есть еще и другой способ ловли змей. Можно взять змею за конец хвоста. Но мне такой способ, честно говоря, не очень нравится. Вот она пытается укусить палку, которую прижал ей голову. Она выворачивается. Я попробую ее взять. Вот она, настоящая красавица. Я думаю, это самец. Сейчас самцы более активны, чем самки. Ну, может быть, это и самка. Эта гадюка отличается от той, которую мы поймали до нее, тем, что она абсолютно черная. Может быть, у нее есть полоска по спине, но просто ее не видно. Так же, как у пантер. Пантера – это ведь леопард. У пантеры тоже есть пятна, но они не видны. Вполне вероятно, что у этой гадюки полоска есть, но она тоже не видна. Она шипит, пытается меня напугать. Кстати, шипение гадюк интересно тем, что гадюки умеют шипеть не только на выдохе, но еще и на вдохе. Гадюка обыкновенная или виперберус. Бывают самые различные окраски. Самый распространенный считается гадюка серебристая, с черной полосой по спине. Но бывают и других окрасок. Например, эта гадюка абсолютно черная, меланистка. Эта гадюка коричневая. Также гадюки бывают и других окрасок. Вот эта гадюка темно-коричневая, с коричневой полосой. Однако интересно, что именно этой особи полоса видна только на макушке головы, а дальше она сливается с окраской спины. Однако бывают гадюки, у которых полоса по спине более ярко выражена. Очень редко встречаются особи кирпично-оранжевого цвета, с темно-кирпичной полосой по спине. Такая гадюка может встретиться одна на тысячу. У гадюки обыкновенной глаза узкие щелочки, в отличие от ужиных. У ужа глаза абсолютно круглые. Считается, что вертикальные зрачки являются признаками ядовитой змеи. Однако интересно, что у кобры зрачки абсолютно круглые. Но несмотря на это, она ядовитая змея. Примитивными считаются змеи, у которых на голове крупные щитки. Наиболее продвинутыми считаются змеи, у которых на голове чешуйки совсем мелкие. Гадюки занимают среднее положение между примитивными и продвинутыми змеями. Перед нами находится самка змеи. Это можно понять, когда посмотришь, во-первых, на ее толщину. Самка гораздо крупнее и толще самца.
А во-вторых, эта самка ведет себя очень спокойно в неволе, в отличие от самца, который находится рядом с ней, но пытается выбраться из своей клетки. Основной рацион гадюк составляют обыкновенные полевки. Сейчас мы попробуем показать, как действует яд гадюки на эту мышку. Мышь тяжело дышит и не двигается. Похоже, что гадюка ее укусила, и сейчас мышь при смерти. Примерно через 8 минут после укуса мышь мертва. Сейчас мы отпускаем нашу гадюку. Надеюсь, она больше никогда не попадется людям. Плотность населения гадюк в змеиных очагах достигает около 90 штук на 100 гектаров. Но чаще встречается от 3 до 8 гадюк в одном гектаре. Это место тоже можно считать гадючим очагом. Здесь я встречала более 5 гадюк. Первая пойманная нами гадюка была поймана совсем рядом от этого места. К сожалению, здесь ходят коровы, поэтому гадюки уползают с открытых мест, где мы раньше их ловили, в заросли, где их очень трудно ловить. Яд гадюк широко распространен в медицине, поэтому, истребляя гадюк, люди приносят большой урон не только экологии, но и своему здоровью. Если вы встретили гадюку, постарайтесь помнить, что она вам не враг, а всего лишь животное, которое хочет жить рядом с вами. Гадючки очень красивые и умные животные. Может быть, вам кажется, что ее глаза полны злобы, но если приглядеться, можно увидеть, что глаза гадюк всего лишь глаза гордого существа, который не хочет подчиняться человеку и не хочет приносить ему вред.